фигуры поставили. Тоже они по ночам, по вечерам светятся красиво. И вот она, елочка. Гирлянды уже есть, украшений пока. Вот вижу один шарик. Может, это кто-то повесит? Ну, в смысле, из народа. И сейчас пройдемся по этой аллейке Приморского бульвара. Посмотрим фигурки. Они уже несколько лет такие вот сюда ставят. В темноте светится красиво. И вот театр Луначарского. Тоже уже украшают к Новому году. Музыка играет. Вот такая красота здесь тоже. Сейчас отправляемся на площадь Нахимова. Посмотрим главную севастопольскую новогоднюю елочку.
Сейчас пройдем вдоль проспекта Нахимова на площадь Нахимова, на главную Севастопольскую площадь, главной севастопольской новогодней елочки. А вот Нахимов, профиль его тоже ночью будет светиться. Это вот сам проспект Нахимова, часть городского кольца. Городское кольцо составляют проспект Нахимова, улица Большая Морская и улица Ленина. Центральное городское кольцо Севастополя. Такие дома здесь. Примерно 50-х годов постройки. 20 века, понятное же дело. Здесь вот такая вот ограда Приморского бульвара, 41-44. 44-й это год освобождения Севастополя. 9 мая 44-го. Ровно за год до Великой Победы. Вот Банк России с Новым годом поздравляет. Самокаты стоят для всех желающих. Вот виноград на второй этаж дорос на второй этаж. Кораблик. А вот голубые ели. Красивые тоже. Постепенно украшают к Новому году и Севастополь тоже. Это вот Шелковица. Оно же тутовое дерево. Вкусненькие, сладенькие ягодки. Очень хрупкие, поэтому ее сразу нужно есть, собирать и есть, потому что она очень мягкая, Шелковица. Идем вдоль проспекта Нахимова. Сейчас будет поворот. И за ним площадь Нахимова вскоре будет. Такие самокаты любого размера, на любой вкус. Троллейбус поехал. Вот тарифы. Круглосуточно можно кататься. Там Матросский бульвар. Тоже недавно реконструировали, красиво сделали все. Фонтанчик там с рыбками даже. Рыбки в фонтане плавают. Девятка троллейбус на проспект Победы пошел. И вон виднеется елка главная. Здесь остановки, площадь Нахимова. Маршрутки, автобусы, троллейбусы.
Это вот. Центральный вход на Приморский бульвар с этой стороны. Там матроски. Все это в темноте тоже светится красиво. Вот есть схема Приморского бульвара. Что где находится, что где посмотреть, откуда. Солнце сегодня такое яркое тоже. Тепло, как весна. Десятка троллейбус в Камыши, Камышовую бухту, микрорайон. Это люди с катеров идут, с северной. Там пост номер один. А это площадь Нахима уже. Доска почета городская, центральная. Вот памятник Нахимову. И построили вот такой новогодний туннель. Все это красиво в темноте, конечно, светится. Вон она, елочка, главная. Мультимедийная или же пиксельная. Красивая. В общем, это все в темноте. Шикарно. Так, сейчас подойдем к памятнику Нахимову. Вот такой туннель новогодний. И вот Нахимов. Здесь роз полно красных. Цветут. Вот пост номер один, вечный огонь. А сверху там на заднем плане виднеется памятник Казарскому на Матросском бульваре. А туда дальше это улица Ленина идет. Движение одностороннее по кольцу. Вот Нахимов Павел Степанович. Великий русский адмирал. И сзади городская елочка видна. Там вот стоит парусное судно «Херсонес», виднеется за деревьями на морском вокзале. Сейчас подойдем поближе к елочке. С этой стороны стоянка на площади, машин полно. Вот она, городская елка. Второй год подряд. Она украшена по-новому, потому что с 2014 года она была несколько лет в цветах российского флага украшена. И вот сейчас второй год, сделали покрасивее. Все это светится, переливается ночью, красиво очень. Так, вот туннель этот новогодний, Нахимов. Сейчас подойдем к елке поближе.
Вот такая елочка. Так, это вот дом Москвы за платанами, Графская пристань, тоже поставили уже цифры 2021. Елочка с этой стороны. Экскурсии предлагают. Ребята, на морскую экскурсию на катере приглашаем. Есть желание? Военные корабли, подводные лодки. Вот такие цифры нового 2021 года на фоне Графской пристани в самом центре Севастополя. Сейчас глянем на море, на бухту, на Херсонес, парусник. Графская пристань со стороны моря. И сейчас подойдем поближе к водичке. Полно народу сегодня. Вот Херсонес, парусник. Рыбаков полно тоже сегодня. На солнышке нежится. Это катера. Отсюда из города на площадь Захарова на северную отходят. Виноград сухой висит уже. Изюм, даже уже не изюм, а вообще сухой. Не собирали там на заборчике сверху.
Такие вот виды. Сейчас к львам подойдем. Вот они. Один. Сейчас ко второму подойдем. Заодно фотографирую. Вот второй лев. Вот. Такие львы на фоне Графской. Ну что же, вот такая вот сегодня прогулочка по центру Севастополя. Друзья, всем здоровья, удачи, успехов, любви, счастья, радости, много позитива. Думайте только о хорошем, что бы ни случилось, только на позитиве будьте. Творите добро, принимайте добро. Всех с наступающим Новым годом! Всем прекрасного настроения. Сегодня 14 декабря 2020 год. Севастополь, Крым. Ну а сейчас пойдем на катер. Поедем на северную сторону. Еще раз взглянем на площадь Нахимова, готовящуюся к Новому году, на Графскую пристань.